Девочки и мальчики, здравствуйте! Мы сегодня смотрим очередной дом, и он стоит 500 000. Мы смотрим их, ну, просто потому, что я хочу вам их показать. А может быть, вы какую-то идейку себе возьмете из этого дома. И очень полезно смотреть на красивые дома. И одновременно, возможно, кто-то захочет купить такой дом. Позвоните мне, я вас приведу и покажу. Вот здесь вот такое соседство. Вообще в этом нейборхуде где-то домов может быть 20. Оно очень небольшое, и дома очень красивые здесь. Они очень разные. И вот сейчас я вам покажу. Мы поднимаемся по ступенькам. Очень красивый дизайн. Лендскейпинг. Очень красивый. И мы подходим к дверям. Вот такие вот здесь двери. Давайте посмотрим, что внутри. И вот мы зашли в дом. Посмотрите, что нас встречает. Нас встречают здесь колонны. И как всегда, с левой стороны у нас столовая. Столовая очень красивая. И дом видно, что он такой, знаете, воздушный, помпезный. Он стоит 500 000 долларов. Давайте начнем с вами с мастер-бедрум. Здесь, кстати, вот этот вот батрум, он идет на бассейн. Мы туда еще пройдем. Как, Юра, скажи? Слов нет. Слов нет, говорит. И вот такая вот у нас спальня со столиком кофейным. Большая-большая спальня. И, конечно, у нас Галина, она застряла сразу в ванной. Вот такая вот ванна, видите, посреди этой комнаты. Она огромная. Такая ванна с двумя раковинами и душ. Душ находится за ванной, вот здесь. Здесь нет никаких стеклянных дверей. Здесь все вот так свободно, хорошо. И здесь находится два, как они называются, шкафчики-то эти? Клозет, как клозет называется по-русски? Шкафчик? Нет. Гардероб. Гардеробная. Вот одна гардеробная. И вот здесь вот вторая гардеробная. Это мужская, сразу видно, она маленькая. Выключаем свет. Давайте выключим везде свет. Ой, тут джакузи включается. Ну что, впечатляет? Впечатляет? Здесь у нас находится офис. Молодой человек был в армии, сразу видно. Всего три спальни? Да, он небольшой. Такие вот занавески, смотрите, как будто люди из Европы с занавесочками. Обычно все время жалюзи. Да, Галь? И вот такая кухня. Галя, ты заходила на кухню? Вот еще. Кухня огромная. Мы ходим и смотрим, какие идеи мы можем взять для своих маленьких домов. Видите, потолки тоже такие, они архитектурные. То есть они поднимаются вверх, вниз. Здесь, как всегда, такое вот стекло панорамное. С выходом на бассейн. Бассейн не очень большой, но такой уютный. Здесь зальчик с камином. Ну, вообще, как в кино. В Санта-Барбаре. Да, Юра? Заля, тот дом лучше. Я тоже так считаю. Он же живой. Это точно такой, знаешь, это как музей. Вот, помпезный. И очень маленький бассейн. И маленький бассейн, я тоже сказала, сейчас небольшой. Ну-ка, сейчас выйдем. Да, вот место у бассейна совершенно небольшое. Там дальше уже дорога. Место у бассейна такое. Бассейн самый маленький. Самый маленький бассейн, да. С фонтанчиком. Конечно, здесь тихо, хорошо. Вы знаете, мы уже видели столько домов, что мы уже вообще ничему не удивляемся. Мы просто ходим и смотрим.
Ну и хотелось бы, конечно, вам показать, какие есть дома разные. И вы пишите, пожалуйста, в комментариях для вас, стоит ли этот дом 500 тысяч. Так как он стоит ровно 500 тысяч. Ни больше, ни меньше. Ни копейка больше, ни копейка меньше. Там вот еще одна спаленка. Она сделана, видите, такая с диванчиком, со слоником. Какая-то такая она в стиле сафари тоже. Видите, как тут африканские звери. Здесь ванна, которая соединяет две спальни. В принципе, это все, две спальни и одна спальня. Всего три спальни. О. Нет, это видно еще одна спальня, где кабинет, офис. А, ну и офис, да, офис, кабинет, этот спальня. Вот он очень маленький. Ой, какой хорошенький панда. Ха. Я еще раз вам показываю входные двери. Это входные двери полностью из стекла. То есть подходи и смотри, чем здесь люди живут. Что они делают, что они читают, что они кушают, что они смотрят. Настолько они полностью стеклянные, эти двери. Ну, я могу сказать, дом воздушный. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, и вот именно с таким выражением воздушный дом, но он весь белый, он весь такой прозрачный, он весь хрустальный, белые стулья, все такое вот белое, белое, белое. Красиво ли? Красиво. Но, знаете, такое вот ощущение какое-то, оно нежилое. Хотя я могу ошибаться, хотя я, возможно, кто-то скажет, ты слаще морковки просто ничего не видела, я не знаю. Но именно по мне вот он какой-то нежилой. Музейный, вот как Юра сказал. Мне кажется. Там вот, кстати, гараж. Кстати, когда идешь в гараж, вот тут, видите, сразу выход. Вот, вот такой вот гараж. Внутри машины.